Они это сделали. Годы веселой и порой нелегкой студенческой жизни позади. Еще совсем недавно школьники, а теперь уже дипломированные специалисты. Сессии и зачеты теперь останутся только воспоминанием. Мы прошли серьезную подготовку для того, чтобы вступить в свою новую профессиональную жизнь. Поэтому, ребята, смотрю на вас. Вы до того бесподобные сегодня, до того яркие. Сочинский, он какой-то такой, знаете, весь оптимистичный. Хочу вам пожелать, чтобы вы по жизни шли с такой улыбкой, чтобы вы шли по жизни с оптимизмом. Знайте, что всегда у вас будут трудности, без этого не бывает. Но мне хочется, чтобы они всегда преодолевались. 90 выпускников очного отделения и 125 заочников сегодня получили заветный диплом. Пропуск в трудовую самостоятельную жизнь. А вот диплом с красной корочкой – это особый знак. Чтобы его заработать, Марине Демидовой приходилось много трудиться. И вот результат ни одной четверки. Если усердно работать, преподаватели отзывчивые, помогают, и все получается. И своей специальностью гордиться. Она востребована на локальном рынке. В Анапе очень много предприятий, которым требуются такие специалисты, как мы. Студенчество – особая категория. Творческие, яркие, энергичные. С легкой грустью сегодня эти ребята выступают на сцене. 4 года я пела в «Черноморских голосах». Запомнились концерты, на которых мы 4 года подряд выступали на выпускных, готовились. А теперь вот как-то печально, что сама и пою на своем выпускном. На самом деле у ребят все только начинается. Впереди трудоустройство и большая жизнь. Кстати, многие выпускники уже работают по специальности.